На прошлом нашем занятии мы с вами перешли к новой теме и начали говорить о распространении искупления. И мы с вами отметили, что эта тема рассматривает вопрос о том, за кого же Христос намеревался пролить свою кровь на Голгофском кресте. Намеревался ли Он умереть только лишь за избранных или за всех людей, живших когда-либо на земле? И на прошлой нашей лекции мы рассмотрели две основные евангельские позиции. Это ограниченное искупление и неограниченное искупление. И говоря об ограниченном искуплении, мы отметили, что согласно этой позиции утверждается, что хотя смерти Иисуса Христа достаточно для искупления всех людей, живших на земле, Иисус намеревался пролить свою кровь только за избранных. И мы с вами рассмотрели аргументы в защиту этой позиции. И сейчас я хотел бы, чтобы мы продолжили рассматривать аргументы в защиту этой позиции. И затем, после этого, мы с вами перейдем к рассмотрению противоположной точки зрения, а именно поговорим о неограниченном искуплении. Итак, мы рассмотрели первые три аргумента в защиту позиции ограниченного искупления. А сейчас я хотел бы, чтобы мы рассмотрели тексты Писания, которые используются в поддержку сторонниками ограниченного искупления. И первый текст, который мы с вами будем рассматривать, приведен в ваших конспектах. И первый текст, к которому часто прибегают сторонники ограниченного искупления, это текст, записанный в послании к римлянам, 8 глава, стихи с 31 по 39. Это прекрасный текст Библии, в котором апостол Павел говорит нам о том, что ничто не может отделить нас от любви Божией. И говоря об этом, апостол Павел приводит различные обстоятельства, различные причины, которые, казалось бы, могут повлиять на то, что можем быть отлучены от того, что совершил Иисус для нас на Голгофском кресте. И вот на основании этого текста сторонники ограниченного искупления утверждают, избрание и спасение предусмотрены для тех, о ком говорится в этом тексте Священного Писания. И читая этот текст Писания, вы отметите, что здесь не раз упоминается словосочетание «за нас, ради нас, для нас». И если вы посмотрите на контекст этого текста Писания, то вы увидите, что вот эти «нас», о которых говорит Павел, это верующие. А если это так, то получается, что в этом тексте Священного Писания апостол Павел говорит о том, что относится исключительно к верующим. И вот далее, на основании этого текста Священного Писания, сторонники ограниченного искупления говорят, вот то, как смерть, воскресение и ходатайство Иисуса Христа используются в этом тексте Священного Писания, то, как эти три события, воскресение, смерть и ходатайство Христа соотносятся друг с другом в этом тексте Писания, подразумевает, что Иисус Христос совершил все это ради одной и той же группы людей. Ради одних и тех же людей Он умер, ради одних и тех же людей Он воскрес, и за тех же самых людей Он и ходатайствует перед Своим Отцом Небесным. Другими словами, когда апостол Павел пишет «за нас, ради нас, ради избранных Божьих», он подразумевает одну и ту же группу людей. Вот давайте сами посмотрим и поразмышляем. Послание к римлянам, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И очевидно, что здесь апостол Павел подразумевает верующих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Здесь говорится о смерти Иисуса Христа. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Заметьте, что написано в 33 стихе, кто будет обвинять избранных Божьих. И очевидно, что речь идет не о всех людях. Речь идет только о верующих людях.
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Очевидно, что все эти идеи о смерти, о погребении, о воскресении и о ходатайстве настолько связаны между собой в этом тексте Священного Писания, что становится совершенно ясно, что все это совершается ради одной и той же группы людей. И дальше аргумент строится таким образом. Эта группа людей — это только верующие люди, это избранные Божии, что приводит к выводу, что Иисус Христос намеревался умереть только ради избранных. Далее, второй текст Священного Писания, который иногда используется, это второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и 15. Есть и другие тексты Писания в послании к Римлянам, послании к Ефесянам, послании к Колоссянам, которые созвучны с тем, что написано во втором послании к Коринфянам 5 главе 14 и 15. Вот давайте прочитаем, что записано в этом тексте. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот на первый взгляд может показаться, что этот текст говорит о том, что Христос умер за всех живших на земле людях. Но, с другой стороны, если прочесть этот текст более внимательно, и именно к этому призывают сторонники ограниченного искупления, они говорят, если прочесть этот текст более внимательно, то можно увидеть, что те, за кого умер Христос, также умерли во Христе. А это уже исключает неверующих людей, ибо такое можно сказать только о верующих. Если связать этот текст Писания с текстом, записанным в послании к Римлянам, в 6 главе, 8 стихе, то получается, если связать все эти идеи вместе, получается, что те, кто умерли во Христе, воскресли со Христом. И хотя во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 14 и 15, говорится о том, что Иисус умер за всех, но также далее говорится о том, что есть живущие, а не избранные, как мы понимаем, духовно мертвы. И поэтому сторонники ограниченного искупления говорят, что текст ясно подразумевает, что речь идет об избранных, причем речь идет только об избранных. И поэтому этот текст Писания, рассматриваемый вместе с текстом, записанным в послании к Римлянам, послании к Ефесянам и Колоссянам, указывает на истинность доктрины ограниченного искупления. И далее третье. Сторонники ограниченного искупления говорят, что есть тексты Писания, в которых говорится о том, что Христос умер только за определенную группу людей. Эти тексты Писания приведены в ваших конспектах, и которые вы видите здесь на слайде. Это послание к Ефесянам, 5 глава, стих 25, где говорится о том, что Христос умер за церковь. И очевидно, что церковь включает в себя верующих, избранных Божьих. В 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Иисус отдал свою жизнь за овец. Неверующие не являются овцами Иисуса. Иоанна 15 глава 13 стих, где говорится о том, что Иисус отдает свою жизнь за друзей. И очевидно, что здесь подразумеваются те люди, которые являются верующими. А в Евангелии от Иоанна в 11 главе, в стихах 51 и 52, говорится о том, что Иисус умер за детей Божьих. И опять же, это ясно подразумевает верующих. 20 глава книги Деяний, стих 28. Здесь также говорится о том, что Иисус Христос умер за определенную группу людей. И если внимательно посмотреть, что же это за группа, как она называется, то становится очевидно, что эта группа включает только верующих людей.
избранных Божьих. И далее аргумент строится таким образом. Значит, эти тексты Писаний требуют, чтобы мы верили, что Христос умер только за грехи избранных. Вот примерно как строится аргумент, основанный на текстах Священного Писания. Я уверен, что вы слышали подобные утверждения, основанные на текстах Священного Писания. И, возможно, слушая подобные заявления, вы думали про себя: «Хорошо, эти тексты вроде как подходят к доктрине ограниченного искупления, но ведь есть и другие тексты Писания, которые говорят об вселенском масштабе искупления. Разве эти тексты не опровергают доктрину ограниченного искупления?» И вот далее сторонники ограниченного искупления на это отвечают, что те тексты, которые приводятся в защиту позиции неограниченного искупления, вот все эти тексты Священного Писания можно объяснить с точки зрения ограниченного искупления. И как же это можно сделать? Вот давайте рассмотрим эти тексты. Они приведены внизу страницы 106 ваших конспектов. Вот 2 Коринфянам 5, стихи 14 и 15. И мы только что прочитали этот текст Священного Писания и сказали о том, что на первый взгляд все выглядит так, как будто Христос умер за всех. Но если внимательно прочитать этот текст, строится аргумент, то можно увидеть, что в 15 стихе контекст указывает на то, что группу эту надо сузить, потому что говорится о том, что Христос умер за тех, кто живет. И понятно, что живущие — это не те, кто не верует. Поэтому, хотя на первый взгляд кажется, что этот стих говорит о том, что Иисус умер за всех людей, на самом же деле, если внимательно прочесть то, что записано в 15 стихе, в следующем стихе, здесь говорится об ограниченной группе, только о тех, кто верует, кто живет для Христа. Поэтому те, за кого умер Христос, это только те, которые будут жить для Него. А это означает то, что слово «все» в стихах 14 и 15 должно быть ограничено тем, что записано в 15 стихе. И это не все живущие на земле люди, а только те, кто живет для Христа. И получается, что текст, который используется сторонниками неограниченного искупления, на самом деле подтверждает ограниченное искупление. Далее, 19 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам, лишь несколько стихов далее, еще один текст, который, казалось бы, говорит о всеобщем искуплении. Позвольте мне начать читать с 18 стиха, потому что именно там начинается та мысль. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И ключевая фраза здесь – «Бог примирил во Христе с собою мир». То есть то, что Бог примирил весь мир с собой во Христе. И вот что говорят на этот счет сторонники ограниченного искупления. Вот это слово «мир» в Писании не всегда подразумевает всех людей, живших когда-либо на земле. Не всегда это слово имеет универсальное вселенское значение. Есть случаи в Библии, когда это слово используется и не может подразумевать всех людей. И какие же тексты имеются в виду? Ну вот есть несколько таких текстов, которые цитируют сторонники ограниченного искупления. Во-первых, это Евангелие от Иоанна, 7 глава, стих 4. И в этом стихе ясно видно, что Иисус Христос, говоря о всем мире, не мог иметь в виду всех людей, живших когда-либо на земле. Итак, Евангелие от Иоанна, 7 глава, стих 4. Мы читаем: «Ибо никто не делает чего-либо в тайне,
и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. И если посмотреть на контекст этого стиха, то становится ясно, что слово «мир» используется в таком значении, что имеется в виду «яви себя публично». Никто здесь не говорит, чтобы Христос явил себя каждому жившему когда-либо на земле человеку. Здесь просто проводится разграничение между тем, что совершается в тайне, и тем, что совершается на людях публично. Есть еще один случай в Писании, когда слово «мир» не используется в универсальном значении. И давайте посмотрим этот текст, текст, в котором слово «мир» никак не может подразумевать всех живших когда-либо людей. Это 11 глава послания к римлянам, стихи 12 и 15. Павел здесь пишет о том, что произойдет и что ожидает в будущем иудеев, каковы будут их отношения с Богом, так как они отвергли Мессию. И вот посмотрите, 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Этого не произошло, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». И затем посмотрите, 12 стих. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Вот посмотрите, «богатство миру и оскудение их». Вы видите, что здесь используется слово «мир». И очевидно, что это слово не подразумевает всех людей, потому что апостол Павел уже дал понять, что мир обогатился из-за потери евреев, народа израильского. Поэтому очевидно, что мир здесь не может использоваться в универсальном значении, так как тогда он должен был бы включать не только язычников, но и иудеев, а здесь он подразумевает только язычников. Точно так же 15 стих. «Ибо если отвержение их, примирение мира», то есть здесь говорится об отвержении иудеев, если это примирение мира, казалось бы, что здесь подразумевается универсальное значение, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? И здесь опять же, заметьте, что говорит апостол Павел. Вот Израиль отверг своего Мессию. И при этом это не означает, что нарушился Божий замысел. В действительности, отвержение Израилем Мессии привело к тому, что мир примирился с Богом. Но мир не может включать всех людей, потому что тут же апостол Павел дал понять, что иудеи отвергли Мессию, отвергли Христа. И далее он развивает эту мысль в дальнейших стихах. Естественные ветви отломились. И аргумент здесь строится подобным образом, как и в случае со вторым посланием к Коринфянам, 5 главой. Слово «мир», используемое в тексте, не обязательно подразумевает всех людей, когда-либо живших на земле. Слово «мир» также может подразумевать и только тех, кто предызбран к спасению. И еще делается вот такое замечание. Если внимательно посмотреть на 19 стих, то здесь поясняется, о чем же идет речь. Павел пишет о том, что Бог примирил с собою мир, не вменяя людям прегрешения их. Но подождите-ка, разве грехи неверующих также не вменяются им, если они умирают, не приняв Иисуса Христа? Неужели и грехи не будут вменяться им? Конечно, будут. Поэтому, когда вы читаете, что Бог примирил с собою мир, как пишет здесь апостол Павел, примирил во Христе, то кажется, что имеется здесь вселенское значение. Но далее Павел пишет, что Бог не вменяет людям прегрешения их. И здесь совершенно ясно, что подразумеваются только те люди, которые являются предизбранны к спасению. И получается, что Бог примирил с собою избранных во Христе Иисусе.
Что ж, вы можете сказать, но предложенное толкование стихов может быть и интересно, но как все-таки сторонники ограниченного искупления смогут объяснить стих, записанный в первом послании Иоанна, 2 глава, 2 стих? И я уверен, что вы прекрасно знаете этот стих. Иоанн пишет в первом послании, 2 глава, 2 стих, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть у нас есть защитник перед Отцом, Иисус Христос. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Ух ты! Действительно, кажется, что Иоанн имеет в виду и говорит о том, что не думайте, что только за наши грехи Иисус заплатил на кресте. Да, за наши Он заплатил, но не только за наши. Точно так же, как и за наши грехи, Иисус заплатил за грехи всего мира. Как вот этот текст Писания смогут объяснить сторонники ограниченного искупления? Вот эту конструкцию греческого языка. Что ж, есть несколько предложений, которые были высказаны в попытке объяснить, как же этот текст может согласовываться с позицией ограниченного искупления. И позвольте мне вам рассказать об этом. Итак, первое предложение, первая попытка объяснить этот текст. Сторонники ограниченного искупления говорят, что Иоанн в этом тексте Священного Писания говорит о том, что то умилостивление, которое совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, распространяется не только на читателей, на ближайшее окружение Иоанна, не только на первых последователей Иисуса Христа, на его первых учеников. То есть Иоанн пытается сказать, что умилостивление распространяется не только на тех, кто находился рядом с Иисусом, не только за грехи этих людей, оплаченных кровью Христа, но и за грехи всех тех верующих, которые живут в этом мире. И они указывают на то, что в первой главе апостол Иоанн пишет о своем опыте, о том, что он пережил, и пережили другие апостолы вместе с ним, будучи рядом со Христом. Поэтому они продолжают и говорят, что во второй главе Иоанн дает понять, что все это распространяется не только на ближайших учеников, апостолов Иисуса Христа, но и на всех верующих, которые живут в этом мире. И это не означает, скажут они, что Христос заплатил за грехи всех людей, живших когда-либо на земле. Это означает, что Иисус заплатил за грехи только мира верующих, можно так сказать. Мира, который включает в себя не только апостолов, но и всех других верующих, живущих на земле. Есть еще один подход, к которому могут прибегать сторонники ограниченного искупления, чтобы объяснить этот текст. Они говорят, во всем мире есть только один, через кого может быть достигнуто умилостивление, и это Иисус Христос. Другими словами, апостол Иоанн, по сути, говорит следующее. Он учит о том, что умилостивление исключительно связано с Иисусом Христом, нашим Спасителем. И перефразировать этот стих можно было бы следующим образом. Во всем мире нет никого, через кого можно было достигнуть умилостивления, но только Иисус Христос. И умилостивление это доступно всем людям из всех социальных групп и слоев. И это не означает, что каждый человек, который когда-либо жил на земле, получит прощение грехов. Не об этом говорит Иоанн в этом тексте. Он говорит о том, что это прощение доступно только через Иисуса Христа. И Он прощает всех тех, кто принадлежит Ему. И очевидно, что, они говорят, здесь речь не идет о всех людях, живших когда-либо на земле. Вот предлагается еще третий способ объяснить этот текст с точки зрения ограниченного искупления.
Сторонники ограниченного искупления говорят, что нельзя отделить второй стих этой главы от первого стиха. Вот в моем переводе создается впечатление, что во втором стихе начинается совершенно новое предложение. Но если посмотреть на оригинальный текст этого послания, то можно заметить, что первый стих и второй стих на самом деле связаны между собой. И в первом стихе говорится о том, что Иисус Христос является нашим защитником. А во втором стихе говорится о том, что через Иисуса Христа достигается умилостивление. И создается впечатление, что апостол Иоанн намеренно хочет связать содержание первого стиха с содержанием второго стиха. Но посмотрите еще раз, что записано в первом стихе. В нем говорится о том, что Иисус Христос ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. И очевидно, что делает Он это только за верующих. А так как первый и второй стих связаны между собой, то должно быть так, что умилостивление в Иисусе Христе не распространяется на большую группу, чем на ту, о которой идет речь в первом стихе, за которую Он ходатайствует. То есть, связывая первый и второй стих вместе, сторонники этого взгляда утверждают, что и группа людей подразумевается одна и та же. И так как достаточно очевидно, что в первом стихе речь идет только лишь о группе верующих людей, то тогда напрашивается вывод о том, что о такой же группе верующих апостол Иоанн пишет и во втором стихе, говоря о том, что во Христе умилостивление за грехи людей. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Хорошо, но давайте теперь обратимся к следующему тексту Священного Писания, который приведен в ваших конспектах. Послание к Евреям 2:9. Опять же, на первый взгляд, этот текст предполагает всеобщее искупление. Но и здесь сторонники ограниченного искупления находят, что сказать. Мы читаем Евреям 2:9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Разве здесь не универсальный смысл? Но сторонники ограниченного искупления скажут вам, «Не спешите, читайте дальше, хотя бы следующие два стиха». «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу». О ком здесь идет речь? О всех ли людях, живущих на земле, или только об избранных? И сторонники ограниченного искупления говорят, что мы должны понимать, что вот это высказывание, что Христос вкусил смерть за всех, должно быть связано с утверждением, что Он привел многих во славу, что, в свою очередь, может подразумевать только лишь избранных. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их совершил через страдания». И 11 стих. «Ибо и освящающий, и освящаемый, все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Вот во времена Нового Завета существовала практика, и речь не идет о кровных отношениях. Существовала практика употреблять слова «братья и сестры» только по отношению к верующим. Поэтому, когда вы читаете утверждение в послании к Евреям во второй главе, в 9 стихе, и толкуете это утверждение в свете того, что записано в 10 и 11 стихах, то становится очевидно, утверждают сторонники ограниченного искупления, что вот это
Утверждение, что Иисус Христос вкусил смерть за всех людей, необходимо связывать с утверждениями в следующем стихах о том, что многих Он привел в славу, но не всех, и имя Его возвещается в церкви посреди братьев, не перед всеми. Быть может, это все противоречит тому, как мы считали раньше, но по мнению сторонников ограниченного искупления, этот текст не учит о том, что Иисус Христос умер за всех людей. Что ж, давайте рассмотрим еще два текста Священного Писания. Первое — это Титу, 2 глава, стих 11. В этом тексте мы читаем о том, что апостол Павел пишет Титу об Иисусе и пишет о Божьей благодати. Вот давайте прочитаем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И в других переводах можно прочитать следующее, что явилась Божья благодать, спасающая всех человеков. Вот на первый взгляд может казаться, что написанное в этом стихе подразумевает, что Иисус Христос, тот, о ком говорится в этой главе, Он является Божьим даром людям, через которого обретается спасение. Вот на первый взгляд кажется, что здесь идет речь об универсализме. Но сторонники ограниченного искупления говорят, не спешите с выводами, посмотрите внимательнее на этот текст. Здесь говорится о том, что спасительная благодать была явлена всем людям. Но здесь нет утверждения о том, что эта благодать совершает спасение для каждого человека. Спасительная благодать явлена. Это да. Она доступна для каждого человека во Христе Иисусе. Но это не значит, что она спасает каждого человека. Есть еще и другой подход, как сторонники ограниченного искупления объясняют этот текст Священного Писания. Они говорят, ну хорошо, даже если здесь написано, что явлена Божья благодать, спасающая всех людей, но тогда всех людей должно означать людей из всех групп, из всех слоев общества. Потому что если бы здесь подразумевались все люди, жившие когда-либо на земле, то это универсализм, а Библия не учит, что все люди будут спасены. Поэтому они говорят, что на первый взгляд может и казаться, что этот текст поддерживает позицию неограниченного искупления, но на самом деле это не так. Есть еще один текст, который кажется трудным для сторонников ограниченного искупления, и к которому прибегают, в свою очередь, сторонники неограниченного искупления. Это второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. Петр здесь пишет, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Заметьте, навлекут погибель сами на себя. Разве не говорится здесь о том, что есть люди, искупленные Христом, которые, несмотря на это, отрекутся от Него? Вот эти лжеучителя, о которых здесь идет речь. Что ж, сторонники ограниченного искупления говорят следующее. Мы с вами должны понимать, что здесь подразумеваются люди, в первом стихе, которые являются лжеучителями, лжепророками. И почему же они лжеучителя? Да потому что они провозглашают ложное учение о Христе, ложное исповедание веры. И на самом деле они не искуплены Христом. Они говорят, что они искуплены, что они очищены, что они провозглашают истину. Но на самом деле все не так. На самом деле они отрекаются от Христа. Поэтому этот текст не утверждает, что Иисус Христос заплатил за грехи неизбранных людей. Здесь просто говорится о том, что есть люди, которые могут заявлять о том, что они верующие, что они искуплены,
Христом. Но на самом деле это не так. На самом деле это часть их лжеучения, которые они провозглашают. Но придет день, когда все станет на свои места, и станет понятно, что на самом деле они никогда и не были спасены. Поэтому этот стих не говорит о том, что Иисус Христос заплатил за грехи всех людей, за грехи неизбранных ко спасению людей. Есть еще один аргумент, который, как мне кажется, стоит нам с вами рассмотреть. Этот аргумент строится не на тексте Священного Писания, но тем не менее используется в трудах очень известного библииста-ученого Иоанна Ховарда Маршалла. И вот посмотрите, какой он приводит аргумент. Вот если бы Иисус Христос действительно заплатил за грехи всех людей, живших когда-либо на земле, но только избранные Божии принимают Христа, то получается, что неизбранные должны нести наказание за свои грехи. А это означает, что за одни и те же грехи наказание понесено дважды. Неизбранные наказаны, и Христос наказан за одни и те же грехи. Гораздо разумнее, предполагает этот богослов Маршалл, гораздо разумнее будет считать, что Иисус Христос заплатил только за грехи избранных, так как жертвы Иисуса Христа достаточно, и никому не придется платить дважды за свои грехи после того, как Христос за них уже заплатил. А это возможно, как я уже сказал, только в том случае, если Христос заплатил за грехи только лишь избранных. И да, если неверующие решат сами заплатить за свои грехи, они могут пойти по такому пути и будут вечно расплачиваться за свои грехи. Вот такое понимание, по словам Маршалла, более разумное, нежели позиция неограниченного искупления, согласно которой утверждается, что и Христос, и неизбранные платят за одни и те же грехи, и, по сути, они платят дважды. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.